Ребята, мы с вами заряжены в этой серии по полной. Всем привет, мальчики, девочки. Итак, как я и обещал, давайте вот прямо сейчас выходим на локацию. То скажете, Гемон, ты не держишь свое слово. На локацию. 50% буст. Берем. Раз, два, три буста. Просто как с куста. Наживку. Заходим. Берем червя. Бах, бах. На всякий случай, чтоб был, чтоб не выходить. Бабок на починку снасти у нас хватает. Так, все, на рыбалку, долина закатов. Просто идеальное место, чтобы привести сюда девушку. Вы посмотрите, вот на этой, вот тут вот романтическое свидание, просто, мне кажется, девка твоя, она просто растает. Поэтому, пацаны, четкое место. Поэтому здесь клюет топовская рыба, поэтому тут буст. Юзаем сразу буст. Не забываем, что если мы выходим с игры, буст сбрасывается. Он сбрасывается. Это нельзя забывать. То есть, если вы активировали, будьте добры. 20 забросов, пацаны, это немного. То есть, будьте добры их спалить. Либо буст уйдет в никуда. Золото добывать здесь трудно. Я вам отвечаю. Если не делаешь ежедневные квесты на фулку, играешь не часто, вот, ну, как я примерно, квестики не... Вот если еще квесты не выполняешь... Гляньте, вот это красота, вот опыт пошел. О, идет золото медленно, но я думаю дальше, то есть сейчас мне мешки с золотом попадались на 6 золота, на 5 золота, то есть ниже 5 мне пока не падало. Хотя я немного мешков поймал, но где-то вот так вот, в этих, получается, пропорциях мне попадалось. Немного монет, в принципе. Но они есть. Если рубить часто, я думаю, мешки будут часто. Буст. Ну, вот на буст надо ловить рыбу с большим количеством опыта. Надо рекорды тащить. Вот если будут рекорды, то будет и офигенный буст к опыту. Если на 100, представляете, 150 опыта с куста. Туф, упало. Вот если вот так вот постановить, хотя бы, чтобы рыба была на 80, ну, давала 80 опыта, или там вот от 80 до 100. Это было бы классно, мне кажется. Это было бы круто, пацаны. Я вот думаю, вот это вообще-то, это был бы топ. Мы бы вырвались сами в топ. Итак, у меня тут возникли идеи 31 января насчет канала. Вообще, у меня будет, походу, вообще революция на канале. Пока говорить не буду, хотя нет, скажу. Потому что я сделал отдельный видос, но скажу. Этот видос, наверное, выйдет, скорее всего, вы уже его посмотрите, но а вдруг нет, или вдруг я что-то там опять у меня в голове клацнет, и я что-то передумываю. Но что я хочу вообще сделать? Я полностью поменяю оформление канала, название менять не буду, до этого не дойдет, хотя были мысли. Поменяю полностью игровую специфику видео. У меня будет интро, я себе хочу сделать. И заставку, и конец. Нормальный, который я навряд ли вообще когда-то буду менять. Потому что сейчас у меня нету интро нормального, но я сделаю. Во, вот эта рыбешка на буст просто волшебно будет сейчас. Вот, насчет интро. И у меня будет 3 профилирующих игры, которые будут идти на моем канале. Гляньте, вы просто гляньте на эту красоту. Это просто топ, пацаны. И всего лишь одна звезда, вы понимаете, да? Это потому, что удочка не вывозит. Она до 7 килограмм. Если она будет больше, она просто разорвет, серьезно. Черный амур будет разрывать. На нем будем качаться долго. Вот. У меня будет 3 профилирующих игры на канале. Естественно, то есть, нет, не игры или как тематика. Короче, пусть будут игры. Но... Самое главное, это у меня останется тематика рыбалки. То есть это никуда не денется, рыбалка у меня останется. Возможно, будет что-то еще из реальной рыбалки, но не факт, что что-то будет. А если будет, то мало очень. Но профилирующий этот у меня тема рыбалка, она останется на канале, будут видео выходить. И очень много будет по андроидовским рыбалкам выходить, поэтому... То есть в Android сейчас мы с вами окунаемся. Вот будем их долбить. И скорее всего у меня будет Minecraft еще вот видос. Да, как бы это ни звучало. Я думаю, кто вот меня смотрит, подписчики и все остальные рыбаки, я думаю, меня поддержат. Потому что постоянно смотреть рыбалку, мало кто смотрит на этом, как бы люди, аудитория маленькая, поэтому будет 3 профилирующих игры. То есть это будет Minecraft. Это будет рыбалка,
с Майнкрафта, может быть, Террария, но я еще не думаю, Террария, может быть, буду снимать для души, для себя, если буду играть. Вот так, если буду, я еще не знаю. Плюс будет еще куча других игр. Вот настроение есть, я снимаю под настроение. Сегодня есть настроение рыбалка, я снимаю Рэндрю рыбалку, там записываю. Все, есть настроение играть, допустим, в Stronghold, играю в Stronghold. Есть настроение играть, там, в Call of Duty, играю в Call of Duty. Ну, Call of Duty навряд ли будет, это просто я говорю так, что в голову вот пришло. А так, профилирующие игры рыбалка, скорее всего, Майн будет одной из профилирующих, потому что на канале практиковался Майн и заходил, он вроде бы неплохо. Если я решил возрождать канал, я и тогда хотел, чтобы Майн был одной из профилирующих тем канала. Но все-таки Майн, наверное, вот оставим Майн, оставим рыбалку. Третья игра. Есть мысли насчет третьей глобальной игры, на которую много модов. Она не очень, так сказать, новая, она старенькая, но много людей как бы в нее любят поиграть. Но это останется пока тайной. Я пока думаю, потому что, возможно, я не смогу все потянуть. Не смогу все потянуть, потому что, ребята, учеба в магистратуре, работа. Плюс сейчас же, так как соревнования, выходные заняты у меня вот нормально прям. И поэтому, возможно, будет жестко. Будет жестко. Но, пацаны, я вот вам говорю, у меня мечта... Пока что, на данный момент, моя мечта набрать на канале 10 тысяч подписчиков. И просмотры. Чтобы просмотры у меня были, вот хотя бы вернуть по 300 человек в сутки. Вот сутки проходят 24 часа, чтобы на видео было вот 300 просмотров, как раньше. 300. Так что я, все, кто меня смотрит, все, кто хочет поддержать, парни, девушки, мальчики, ох, комментируйте видосы, ставьте обязательно лайки, не поленитесь нажать одну кнопку, сделайте репост в Facebook, в Одноклассники, ВКонтакт. От вас вообще нифига не убудет за этот репост, не знаю, что вы паритесь так по этому. Мне будет приятно, больше будет просмотров, у меня будет больше стимула снимать видосы. Помогите мне, то есть вообще, я сделаю приятное вам, я буду выпускать больше видосов, я и так стараюсь. Парни, я фигачу, реально фигачу, серьезно. Я иду, наверное, просрал поклевку. То, что я еще тут рукой машу перед телефоном, вы бы меня только видели. Меня просто фронталка не снимает. Хотя можно сделать, чтоб снимала. Но, помню, тоже практиковал, сказали, говно, Герман, лучше не стоит. Закрывает экран, не стоит так делать. Поэтому не практикуем такую тему. По стариночке, все по хардкору. Вот. Я что-то вообще сильно прям разэтался, взорвался и забыл, за что я тут вещал политику партии свою. Вот. Насчет того, что репосты. Вам не тяжело, мне приятно просмотр. Я сейчас вот насчет фигачу. Я реально фигачу. Я прихожу с работы, пацаны. Я занимаюсь еще, тренируюсь. Там прессачок там покачать, поджиматься. Такие мини-домашние тренировки. Конечно, я не скажу, что я прям вообще прям убиваюсь люто. Вот по прессаку сейчас что-то начал убиваться. Прям пытаюсь его разрывать. Вот, занимаюсь быстро и пилить видосы. Пилить видосы, понимаю, снимаю заранее, там, снял заранее, да, рендерить, все это надо делать. Компьютер сейчас вообще не выключается, он постоянно работает, постоянно. Это просто нечто, я не знаю, он бедный работает на износ. Он не предназначен у меня, он столько у меня не пахал, ребята, вот. Он столько не работал, серьезно. И плюс еще плюсуйте сюда учебу в магистратуре. Пусть я учусь заочно, но сейчас у меня близится март, у меня близится сессия, и мне надо тоже работать. Я сегодня делал курсач, доделывал курсач и скидывал его. Поэтому вы понимаете, да, что работы до хрена. Но видосы выходят, ребята. Это 31 января, ёперный мамай. После Нового года куча отчетов на работе, чтобы вы понимали, кто вот смотрит, кто, допустим, 16-15 лет. Это огромный объем работы, надо все сдать, надо все подбить. Куча планов, куча всякой фигни, которую надо все поделать в срок. Куча вообще графиков, рамок и всего остального. Зима, валит снег. Снег надо чистить, пацаны. Надо все успевать. Тут же еще надо и потренироваться, позаниматься. Иногда погулять тоже надо выйти, выделить время. Нельзя же постоянно дома сидеть. Тоже надо выделять время, погулять. То есть. И надо снимать, надо выкладывать, надо идти к своей цели. Вот что самое главное. Моя цель 10 тысяч подписчиков и хотя бы 300 пока что. Но 10 тысяч подписчиков это...
туда, на дальничок, сейчас хотя бы 300 просмотров на видосе. И чтобы 300 просмотров на видосе в сутки набрать, пацаны, с вас репост, лайк и коммент. Вот это самое главное. Если вы это делаете, вы красавчики, просто. Я всем в комментариях напишу спасибо. Кто напишет комментарий: Герман, я сделал репост, поставил лайк, я тебе напишу, спасибо, ты лучший, просто ты лучший, серьезно. Вот я не поленюсь написать комментарий. Если ты мне напишешь: Герман, я сделал репост, лайкнул. И вот прям так можешь написать в комментарии, хоть каждому видео: Герман, я сделал репост, ты лайкнул твое видео, там. Все, я тебе сразу напишу: красава, спасибо тебе огромное, успехов тебе, все. Мне не трудно, пацаны, все это сделать. Я даже рыбу забыл ловить, у меня просто в разнос сейчас идет. Вот я просто бомблю, ну бомблю в хорошем смысле. Поэтому, парни, только с вашей помощью мы сможем разорвать небеса, разорвать все. То есть мы сможем выйти на новый уровень, так что помогайте, я на вас надеюсь. Рыбалка, рыбалочка, вообще тема, ой, блин, просрал, ай-яй-яй-яй-яй, но ничего, 4 буста осталось, и гляньте, как мы по опыту прыгнули, на 2800, у нас 1000 была там с копейками, да, ну пусть 2500, да, мы загнали с буста с одного, вот еще сейчас, вот нам 150 сейчас упадет, неплохо, поэтому вообще вот, мы сейчас идем очень хорошо, мне прям нравится. И наконец-таки мне нравится, что здесь даже линь ловится, и черный амур ловится, и локация другая, другие виды. Уже та надоела локом. Поэтому вот мой совет, парни. Копите разряд 15-й, копите бабки, покупайте удочку, покупайте крючок до 7 кг. Наживку червя, ух ты, палец не определил, нифига себе, походу грязным помыть надо. Что-то сенсор не определил мой палец, надо помыть походу. Под холодной водой сполоснуть, об штанину протер, и можно дальше рубить. Вот. И рвите сюда, на эту локацию, на обычного червяка, сами видите, вот, доказываю своим примером, все ловится, все великолепно, другие виды ловится линь. И уже мелочь не ловится, то есть, как вы видите, не перебивает такая мелочь, как на 700 грамм. Там тоже не часто перебивала, не скажу, что прям вот перебивала вот мелочевка. Но она перебивала. Она перебивала, бывало линь по килограммчику, то есть ловился, бывало там по сколько, килограмму 200, но это, ай, опять просрал. Но это бывало редко. То есть такое. У нас, кстати, последний буст остался. Ну, за видос, короче, грубо говоря, буст, да, 15 минут. Ну, так, по-грубому, бустик 15 минут действует. Ну, за 15 минут буст можно закончить. И вот опыта прям вообще хорошо на нем. Мы сейчас поднялись, и мы бахнули 16 разряд. Вообще круто. Очень круто. Так, я думаю, останавливаться на этом не нужно, то есть надо активировать второй сразу по фасту буст. Нам все позволяет, деньги у нас есть, мы хипуем с вами, я накопил, у нас наживки в достатке, все у нас в достатке. Я думаю, сегодня может быть разряд 17-й мы возьмем с вами, ну не в этой серии, в следующей, то есть мы возьмем все равно разряд. Будет у нас все четко. Интересно, удочку, если я поменяю, сколько будет с черного амура капать опыта. Ну, удочка мы на каком смотрели? На 18-м, да, по-моему. По-моему. Сколько будет опыта? 16-й. Грацули 16-м разрядом. Ребята, лайк, репост и коммент за 16-й разряд. За офигенную такую речь, которую я сказал в середине видео. За развитие, за мою цель, то есть. Парни, лайк, репост с вас, просто напишите в комментах, что я, Герман, лайкнул, я репостнул твой видос, я тебе напишу, ты красава, ты молодец, ты просто крутой пацан. Поэтому всем напишу, если вас 100 человек лайкнет и напишет, и репостнет видео, я всем напишу, спасибо, пацаны, вы просто лучшие. Прям вот всем, вот серьезно, так что лайкайте, репостите все. Так, дорогие друзья, все. Всем спасибо за внимание. Всем огромных встреч. Добра, любви, улыбок, отличных выходных. И, как всегда, не хвоста, не чешуи. И до скорых встреч.